Всем добрый день, дамы и господа. Как у вас настроение? Все ли отлично, все ли прекрасно, ваши мирочки? Сегодня я пробежал 42.2 километра. И где-то, господа, в Санкт-Петербурге на марафоне «Белые ночи». Ура! Ура, товарищи! Я на самом деле рад. Я пробежал за 2 часа 47 минут с копейками. Это обновление своего рекорда, своего личного рекорда. Это здорово. На самом деле, сегодня я пробовал такую вещь. Я пытался бежать всегда быстро, всегда быстро, то есть я заметил, что предыдущие марафоны, которые я бежал, я иногда такой, так, все, что-то не бежится, буду постепенно сбавлять темп. Сегодня я держал темп, по крайней мере, до 21 километра, до 22, до 23, потом пошло, к сожалению, на спад, однако же, до 21 километра, 21.1 километра я пробежал за 1 час 15 минут и пару там копеек, соответственно, это практически мой рекорд на полумарафоне, то есть на рамках марафона я поставил, можно сказать, рекорд на полумарафоне, это очень здорово, это очень классно, я доволен этим, однако же потом я бежал 22, 23 километр, 24, и, к сожалению, тут уже начало идти на спад. Я такой, блин, хочу заставить себя, но не бежится, не знаю почему, то ли вокруг людей не было бегущих, то ли я как-то расслабился, то ли глюкоза вышла и все, и больше ничего не было. Да, однако же, потом уже на 26-м километре был человек с никнеймом Дед Тихон, ему 77-71 год, соответственно, он стример на Твиче, он такой, о, Вуйчик, и, соответственно, я такой, так, ладно, воу, и начали бежать быстрее. Соответственно, потом опять я все-таки пошло на спад. Далее, 32-й километр. Сзади меня я был удивлен. На самом деле, если ты подписчик, пожалуйста, напиши. Сзади меня мне в спину такой человек по спине такой пошлепал немного и говорит: «Вуйчик, и там маленькую матюка, и давай!» Да? И, соответственно, я не знаю, кто это, но, видимо, он смотрит канал, потому что в основном люди меня знают как Егор, а он бежал быстро, это очень круто. Соответственно, он бежал быстрее, чем я, и финишировал быстрее, чем я. И, соответственно, в этот момент я понял, блин, тут подписчики со мной бегут. Соответственно, тут подписчики, кстати, как раз не находятся, мы их не будем снимать, потому что они меня не снимают. Да. Соответственно, спасибо им большое. Да, и, соответственно, потом я бегу, понимаю, что подписчики бегут, надо показать хороший результат. Там уже 35, 36, 37 километр. На 37 километре я видел, что мужчина отошел и начал тянуть вот так вот ногу. Ага, и я, соответственно, до этого бежал примерно вот так вот, ну, то есть уже темп спал, а потом, как я увидел, что он начал тянуться, я решил сперва вот так вот чуть-чуть побежать, а потом начал вот так бежать, ну, то есть более высоко, широко шагая, и мне как будто смена техники помогла побежать быстрее. Она помогла мне добавить темпу еще одну минуту, и потом я начал ускоряться, а после 35-го километра я уже понимал, даже после 37-го, 36-го, все, осталось чуть-чуть терпеть, я уже подсчитывал, блин, будет личный рекорд или не будет личный рекорд, будет личный рекорд или нет. Потом 39-й, 40-й, все, я тут уже бегу, знакомое Марсово поле, все хорошо. 41-й километр, уже мы сравнялись с одним парнем, и там даже сейчас будут кадры, как я на финише финишировал с этим человеком, его Игорь звали. Рядом я бегу, кричат: Игорь, да какой Игорь? Егор написано. Да, соответственно, я думал, они ошибались именно с точки зрения того, что у меня написано на этом, а оказывается, Игорь рядом со мной бежал. Да, и, соответственно, я был очень рад этому, то, что он был рядом, и, в общем, финишировали мы вместе. Финишировали хорошо. Это был интересный экспириенс. Народу огромное количество, просто большое. Это вы видите только краешек того, что происходит. Да, и, соответственно, друзья, благодарю вас за поддержку, благодарю каждого. Дальше бежим.